Как получать сотни посетителей с сервиса Subscribe? Для начала заходите на subscribe.ru. Если у вас еще нет здесь аккаунта, жмете «Регистрация». Выбираете «Я принимаю условия», вводите свой email и пароль два раза. Опускаетесь вниз страницы и жмете «Готово». У меня уже аккаунт здесь есть, поэтому я войду сразу в свой аккаунт. Сюда вводим свой email, сюда тот пароль, который вы указали при регистрации. Нажимаем «Войти». Отлично, вход состоялся. Далее жмем на вкладку «Группы». Здесь представлен список групп по различным темам. Выбирайте, исходя из своих тем. Например, я выберу группу «Онлайн-тесты, психология и самопознание». Откроем ее в новой вкладке. Страница с группой загрузилась. Вступаем в группу. И далее жмем на вкладку «Написать». Затем я иду на свой блог. Выбираю статью по тематике группы. Копирую несколько абзацев. Вставляю в поле для новой статьи. После 2-3 абзацев пишу «Читать далее». Затем копирую ссылку на свою статью, на свой блог. И вставляю ее сюда после «Читать далее» и в название темы. Все, анонс статьи у нас готов. И жмем «Опубликовать». После того, как вашу статью промодерируют, она появится в самой группе, и люди смогут переходить на ваш сайт. Какое количество людей можно ожидать? Давайте взглянем на мою статистику сайта Life Internet. Итак, мой сайт realizme.ru. Входим в статистику. Копируем пароль. Это гостевой пароль, так что вы можете сами все посмотреть. Вставляем и входим. Берем переходы с сайтов. И по неделям. Как вы видите, за неделю с 14 по 20 марта у меня было почти 3000 переходов. А в среднем за 4 недели 2400 переходов. При этом есть еще трафик и через Redirect Subscribe. Вот он. Он не такой большой, но тоже в среднем за неделю более 100 переходов. Что дает этот трафик? Для начала он дает вам неплохой заработок через Google AdSense. Вот мой доход за последний месяц. Неполный месяц я заработал почти $135. Также этот трафик хорошо конвертируется в подписчиков. Например, вот моя рассылка «Как достигнуть успеха». Давайте посмотрим, сколько подписчиков я получил за последний месяц. То есть за март 2011 года. Сегодня у нас 23 марта 2011 года, то есть месяц еще не закончился. А у меня уже почти 1000 подписчиков. Как вы видите сами, трафик Subscribe дает хорошие результаты и по деньгам, и по подписчикам, и по посетителям сайта. Но я вам показал лишь верхушку айсберга. Поэтому, если вы хотите узнать, как получать более 1000 подписчиков ежемесячно, как настроить Google AdSense на максимальную прибыль, получите еще 3 стратегии привлечения трафика Subscribe, кликните по ссылке ниже прямо сейчас. И вы узнаете, как все это получить в свое полное распоряжение.